Нурсултан Назарбаев внес большой вклад и в процесс культурного развития казахстанцев. По поручению первого президента в стране реализуются государственные программы, направленные на возрождение и развитие истории, культуры и традиций. Среди них Мадине Мура, Рухани Жангару. С их реализацией мы сделали существенный рывок в развитии отечественного кино, театра, музыки, архитектуры и изобразительного искусства, считает народный артист Сабит Уразбаев. Если со стороны руководителя должное внимание уделяется искусству, это счастье для творческих деятелей. Молодое поколение должно взять пример с Елбасы, поучиться его трудолюбию и знаниям. Нашей молодежи нужно иметь не одну, а несколько профессий, как всегда говорит Нурсултан Назарбаев, потому что это мировая практика.